Всем привет! Сегодня у меня опять рабочий день, сегодня воскресенье, и мы сегодня в Тарханах. В Тарханах сегодня зимняя погода, снег идет, ну и немножко метет метель. Дождались мы зимы, дождались вот такой погоды снежной, метельной. Вот такая красота кругом. Здесь красиво всегда. Чудо. Сугробы, снег и вот этот барский дом, рядом с которым я стою, как раньше, как при Лермонтове. Сегодня весь день мы проведем в Тарханах. Я надеюсь, всем здесь понравится. Обычно всем здесь нравится. Ну, а потом у меня еще останется всего четыре экскурсии на этой неделе. И опять будет... Нет, там будут большие выходные. У меня будет целый... Мои отчаянные туристы. Пальцы Лермонтова. И храм Михаила Архангела. Силитар. Всем привет! Сегодня еще один рабочий день. Сегодня у нас введение во храм Пресвятой Богородицы. И у меня экскурсия «Дорога к храму». Во время этой экскурсии мы посещаем 4 пензенских храма. Я рассказываю об истории этих храмов, о пензенских святых, о наших святых местах, которые есть в городе Пензе и за городом Пензой. Ну и, конечно, мы посещаем эти храмы, мы поклоняемся нашим святым. Сегодня я и сегодня у меня очередная экскурсия.
она называется «Сладкие истории с Пензой». Мы приехали в мастерскую шоколада на мастер-класс по изготовлению шоколада. Сейчас моя группа делает шоколад, а я их жду. Потому как на мастер-классе там было неисчислимое количество раз. Закончился мастер-класс в мастерской шоколада. На улице вот такая предновогодняя погода. Город весь украшен, сияет огнями. И закончилась на этот год моя работа. Я тоже отправляюсь встречать Новый год. Первый раз за много-много лет. Я на Новый год не работаю. С наступающим вас праздником! Удачи во всем! И приезжайте на мои экскурсии. Пока!